Добрый вечер, и мы снова говорим о нашем городском хозяйстве, подводим итоги рабочей недели, говорим о самых важных моментах. Все мы видим, какая погода у нас, какое достаточно дождливое лето. Осадков действительно выпало более месячной нормы, буквально за чуть больше суток, и мы еще ждем дожди, поэтому наши сотрудники готовы к очередным вызовам этой погоды. Вся техника и весь личный состав задействован, это разбит по наиболее важным это точкам. Люди работают вахтенным способом, все насосные работают в полную силу, и тем не менее были небольшие места подтоплений, с которыми мы также оперативно разобрались, но хочу напомнить, что чуть более чем за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Это действительно очень много. От темы дождей хотелось бы вернуться к более положительным моментам. Это все-таки мы сейчас находимся в самом зените туристического сезона. В городе достаточно много отдыхающих, и их будет наверняка еще больше. Наш это пешеходный центр станет очередным магнитом в нашем городе. Уже на этой неделе было выставлено на один пост меньше, так как мы уже поставили там жесткие заграждения, и это никак не повлияло. То есть фактически жители не заметили этого дискомфорта какого-то, никто не испытывал. В дальнейшем мы это работаем над тем, чтобы заменить те живые посты, которые есть, на автоматические борды, которые будут установлены по всем точкам заезда в эту пешеходную зону. Ну и хотелось бы отметить, что активными участниками, скажем так, в этом проекте этой пешеходной зоны, теми людьми, кто мониторит в том числе и это количество автомобилей, которые неверно запаркованы в этой пешеходной зоне, наряду с этой полицией, являются наши инспектора по паркованию. И сейчас мы столкнулись с тем, что количество этих инспекторов на город-миллионник действительно недостаточно, их надо увеличивать. Эффективность их этой работы налицо. Только за, если считать весенний период, март, апрель, май месяц, то это в месяц составляется по среднему более 7 тысяч материалов. Это действительно много, и я уверен, что в дальнейшем с помощью инспекторов по паркованию не только в пешеходной зоне, но и в центре города, как и во всем городе, мы сможем навести этот порядок с незаконными, несанкционированными это парковками. На этом на сегодня, наверное, все. Видимся, как всегда, через неделю и говорим о самом главном. До свидания.